Друзья, всем-всем добрый вечер. Сегодня мы с вами разбираемся в системе, как помогать себе в любых ситуациях, при ОРВИ, при кандидозе, при дисбактериозе. И здесь, в этом вечернем семинаре, я буду рассказывать, как строится ваш детокс и как можно себе помогать. Напоминаю, с вами я, Алена, и сегодня у нас в программе «Работа с кишечником». Ваш кишечник – это основа всего. Как только что-то нарушается, нарушается работа всего организма. И обычными пробиотиками не всегда здесь получается спастись. Но у нас есть всегда выбор, друзья, у нас есть всегда выбор – стимулироваться либо выздоравливать. И я вас призываю к выздоровлению. И в этом видео я буду давать определенные рекомендации, в которых вы можете получить качественную информацию. Друзья, и самое главное, то, что вы уже на пути к своему долголетию,